Ему 21 год. Рост 178 сантиметров, вес 76 килограммов ровно. В его активе 4 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, из Душанбе непобежденный Таджикистан, встречай, Нурулло Алиев. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 26 лет, рост 188 сантиметров, вес 76 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд – 5 побед и только одно поражение. Представляющий борцовский клуб из Санкт-Петербурга, Россия. Вот он, Александр Гребнев. Рефери поединка Дмитрий Фалуевич. Парни, вы профессионалы, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Руки пожали по углам. Итак, начинается первый раунд. Нурулло Алиев против Александра Гребнева. Ревет Крылатская. На 10 сантиметров выше Александр. На 5 лет он старше. Нурулло всего 21 год. Итак, смотрим. Активное начало Гребнева. Да, сразу занимает он центр клетки, идет вперед, активно набрасывает переднюю руку. Весовой дивизион до 77 килограммов. Попадает через руку Гребнев. В борьбе Нурулло не переходит. Лоу-кик, высекающий от Гребнева. Опять с передней руки бьет Гребнев. Осторожен пока Нурулло. Еще один лоу-кик уже от Нурулло. Пытается рывками так сокращать дистанцию Гребнев. Разменялись тут одиночными ударами Алиев и Гребнев. Буквально каждое удачное действие Нурулло зал встречает аплодисментами. По ощущению, что турнир проходит действительно не в Москве, а в Душанбе. Ну и в Москве много земляков у Нурулло. Это мы слышим прекрасно сейчас. Прессингует, поддавливает Александр Гребнев. Но пока что без каких-то таких серьезных атак. Просто давление. Хорошо встретил правым апперкотом Гребнев. И здесь уже атака от Нурулло. Он не форсирует события, действует очень аккуратно. Встречает боковым сейчас Гребнев. Идет вперед Нурулло Алиев. Удары не долетают. И борьба у сетки. Вот сейчас будет интересно. Я говорил о том, ниже, что... И как раз берет за одну ногу сейчас Нурулло. Возможно, будет тейкдаун. Вольная, база вольной борьбы есть у Нурулло Алиева. Посмотрим сейчас как раз на то, что будет делать именно в этом компоненте Нурулло Алиев. Тейкдаун все-таки оформляет. Здорово работает на стиле. Нурулло забирает спину. Вот это, а ноги заправить пока не получается. И есть возможность для нанесения ударов у Алиева. Продолжает бить Нурулло Алиев. Тут же подключает колено. Неприятная ситуация попадает, да, Гребнев в середине первого раунда. Еще раз пытается перевести на канвас Нурулло Алиев. И вот здесь уже одна нога заправлена. Набрасывает удары Нурулло. Вместе с рукой получилось отключить. Исключительно вперед пытается сваливать Нурулло оппонента. Тратит силы боец из Таджикистана. Здорово. Есть еще один тейкдаун. Да, великолепно отработал сейчас Алиев. Ногу опять не заправляет. И поднимается постепенно, хоть и с большим трудом, Гребнев. И, судя по всему, еще один тейкдаун готовит Нурулло Алиев. Да, переводит.
заплетает рюкзак. И закрылся сейчас Кремнев. И вот уже правая нога там, где нужно. Сейчас постарается немного улучшить позицию Нурулло. Минута с небольшим. Есть угроза, конечно, перехода на рычаг колено, но нет. Начинает наносить удары Нурулло. К удушающему пока не переходит. Тяжелейшая ситуация для спортсмена из Санкт-Петербурга. Пробовал заправить сейчас руки на удушение Нурулло Алиев. Не получилось, поэтому он предпочитает сейчас дальше бить. Затылок бить нельзя. Но и не получается продеть руку под подбородком. 50 Еще секунд. Одно попадание мощное у Нурулло Алиева. Последняя минута постепенно истекает в первом раунде. Грузит всем весом сейчас Нурулло. Снова пробовал он заправить руку под шею. Выйти на удушение со спины. Полминуты. Полминуты до конца раунда. Переходит в немного иную позицию Нурулло. Закрыт замок на пояснице. 20 секунд. Что защищается Александр Гребнев? Похоже, что да. Сейчас можно рывком развернуться и выиграть позицию. Да, да, разворачивается Александр Гребнев. Поднимается. Сам пытался прихватить шею. Колено в корпус и бьет снизу и сбоку. Нурулло Алиев. Заканчивается первый раунд. И ваша поддержка! Посторонние люди покинули клетку. И остаются только три человека. Два бойца и рефери. В данном случае это Дмитрий Валуевич. Да, и Нурулло Алиев против Александра Гребнева. Второй раунд пошел. Идет вперед Гребнев. Раздергивает передней рукой. Ну и опять спокойно в своей манере, без излишней суеты, Нурулло Алиев выманивает, старается выманивать на себя. Сейчас, правда, попробовал бросить оверхенд навстречу. И здесь снизу атакует бойцы синего угла. Александр поддавливает, как и в первом раунде. Попадает Нурулло Алиев с дальней руки. Немножко размазистыми стали удары у Гребнева. Хай-кик бросает Гребнев, но мимо цели. Не удается пока что Александру Гребневу подобраться на удобную дистанцию. Алиев, как и в первом раунде, сразу же не идет в борьбу. Спокойно выжидает. Дает поработать первым номером Александру. Да, бросил лоу-кик Александр Гребнев. Боковой навстречу, еще одной рукой добавляет. На апперкот пробовал ловить Нурулло Алиев. Фронт-кик от Александра Гребнева. Немного застаивается боец из Санкт-Петербурга. Бэкфист. Ну, куда-то в область предплечья, по-моему, попал Александр Гребнев. Мидл-кик. Ногами больше работает Гребнев. Еще через один удар. Нурулло выжидает. Там активно помогает Александру его тренер Сергей Никитин. Передней рукой продолжает набрасывать Александр Гребнев. Хай-кик опять, но опять попадает в блок. Немного снизился темп. Апперкот бросал сейчас при сближении Нурулло Алиев. Если Нурулло думал над тем, чтобы замедлить соперника, то это уже случилось. И сейчас Алиев может понемногу взвинчивать обороты. Сечка появилась у Александра Гребнева под глазом. Идет вперед на подшаге Александр Гребнев, бросает боковой. Нурулло Алиев. И перевод борьбу. Нет, не оформил тейкдаун, но тем не менее зашел за спину. Сразу же начинает активно работать Нурулло. Коленом можно бить по корпусу, но не в голову. Сейчас у Гребнева нет положения, партер.
Пока что старается не давать себя переводить на канвас. Александр Гребнев пытается разбить замок. Нурулло Алиев выбрасывает удар снизу. Еще один. Несколько было жестких попаданий сейчас со стороны Алиева. Локоть постарался назад выбросить. Гребнев коленом в голову. Минута с небольшим до конца второго раунда. Тут колено в корпус бросает Гребнев. Последние минуты во втором раунде. Пробует поджимать Александр Гребнев. Хайкик опять в защиту прилетает. Получается такой примерный паритет стойки в каждом раунде до поры до времени. Но потом эпизод с борьбой Нурло забирает. Хайкик с передней ноги бросает в свою очередь Нурло Алиев. Идет вперед Александр Гребнев. Вытягивает на себя Нурулло Алиев. Фронт-кик. И пропустил, достал. Да. По корпусу, да. И тут же пропустил навстречу Александр Гребнев. Боковой. Здорово бьет эти боковые удары. Колено в прыжке! Вот это удар от Александра! Но Нурулло Алиев показывает, что ему это совершенно нипочем. Пытается идти в ноги сам уже Александр Гребнев. Опять колено по корпусу. Бэкфист это по воздуху. Да. Просто сумасшедший удар коленом в эндшпиле этого отрезка. Что же будет дальше? Супер эмоциональная накачка была в углу у Александра Гребнева в последнем перерыве. Так, третий раунд. У нас и супербой получается. Явная заявка на лучший бой вечера пока. Опять в своей классической манере передней рукой набрасывает Александр Гребнев. И тут же с передней руки от Нурулло Алиева пропускает. Хороший лоу-кик от Гребнева. Хай-кик. Ну, не долетает он до цели. Тем ногами, конечно, намного больше работает Гребнев в этом поединке. Но чистых ударов практически не было. Ну, разве что лоу-кики. Все, что по верхнему этажу Нурулло видит. Здесь по боковым. Обменялись ударами навстречу Нурулло Алиев и Александр Гребнев. Неистует. Публика в ноги идет. Нурулло Алиев. Есть тейкдаун. Добился своего Алиев. И уже в начале раунда. 4 минуты еще впереди. Да, и нужно, конечно, Александру Гребневу подняться, чтобы избежать катастрофических последствий, потому что мы знаем, как силен Нурулло в этом компоненте. Александр закрывает гард ненадолго. Да, действительно, очень похож на Хабиба Нурмагомедова. Нурулло. Возможно, ключевой был перевод. Да, и внешне, и стилистически. Ждет Александр ошибки. Встает на одну ногу. Бьет по корпусу, поднимаясь. Александр Гребнев. Улучшает позицию. Это уже многое. Подбивает коленом ногу оппонента Гребнев. И опять усаживает. И захватывает обе ноги руками. Нурулло Алиев. Старается, да, забрать спину сейчас и будет сушить бедро, скорее всего, Нурулло. Бьет наотмашь сейчас Александр Гребнев. Одновременно пытается встать. Колено в голову, внимательно. И снова встает Александр. Судьи все будут учитывать. Нет, здесь выбить не получилось. Промахивается боковым на разрыве клинча Александр Гребнев. Колено навстречу бросает ему с передней ноги Нурулло Алиев. Но у кого больше сил. Снова вытягивает на себя. Промахивается. Опять унисонно с вами сказали. Да, мы с вами прямо как хор Александрова в этом поединке. Поем в унисон. По корпусу неплохо достает Гребнев соперника. В очередной раз пытался найти печень. Лоу-кик. Здесь же переводит. Уже не всегда следит за дистанцией. Нурулло, супермен-панч от Гребнева. Да, готовил, но не довел до ума уже.
Немало сил затрачено. Уходит сейчас от апперкота Александр Гребнев. Последние две минуты истекают. Сумасшедшее противостояние. Пытается давить Гребнев. Нуруло без лишней суеты передвигается по рингу, попадает боковым. Еще один удар, инициатива у Нуруло. Здесь же ответ. Опять идет вперед Александр Гребнев. Очень волевой, очень характерный боец Александр Гребнев. Просто на зубах пытается вытащить этот бой, но победа в этом раунде может и не гарантировать победу в бою. Да и раунд-то, собственно говоря, надо еще выиграть. Да, близкий раунд. Нурулло Алиев вяжет, разрывает дистанцию. Фронт-кик, он очень тяжелый. Нет, не идет в борьбу Нурулло. Продолжает пропускать по корпусу. Будет ли финишный спорт? Продолжает идти вперед, но без ударов. Александр Гребнев. Да, это также все оказывает влияние на судей. Они оценивают и защиту в борьбе, и напор. Да, напор и, конечно же, контроль клетки. Но контроль и территория учитывается в последнюю очередь. Ну, еще есть ущерб. А ущерба, как мы видим, больше у Александра Гребнева. Безусловно. Бьет по корпусу сейчас Александр. Последние секунды. Нурулло Алиев не форсирует события. Спокойно дорабатывает. Бросает боковой, попадает. Нурулло Алиев. Классный бой. Да, отличный поединок мы с вами посмотрели. И уже празднует победу Нурулло Алиев. А мы с вами дождемся официального решения. И Александр Гребнев доволен собой. Нурулло Алиева три победы решением. И только одна нокаутом, ни одной победы приемом. Причем были решения и большинством близких голосов. Благодаря друг друга за этот поединок. С уважением относятся друг к другу бойцы. Дамы и господа, по завершении этого потрясающего бескомпромиссного поединка единогласным решением судей одержал победу и остается не знающим поражения. Пятая победа. Нурулло Алиева! Пятая победа Нурулло Алиева. Поздравляем Нурулло с очень важной, яркой и мощной победы, несмотря на то, что она добыта только лишь решением.